Я бы научил людей менять мир прежде всего в ближайшем расстоянии вокруг себя. Я под этим подразумеваю не мусорить, не выкидывать бычки из окна машины, жвачки и не писать на стенах своего подъезда, потому что если мы хотим оказаться в цивилизованном государстве, для этого не нужно никуда эмигрировать, для этого всего лишь нужно научиться себя вести как нормальные люди.